Всем добрый день! Сегодня я вам расскажу, как легко можно обработать верхнюю часть платья вторым слоем ткани или подкладом. Вот у меня выкроечка на маленькую девочку до годика. Вот линия талии. Я поднялась выше на пару сантиметров, отрезала. Низ у нас будет присобранный. Для маленьких девочек так красиво смотрится, когда именно выше талии и вот присобрано. Но сегодня речь, как говорится, это не главное. Вот верхняя часть у нас будет выкраиваться в два слоя ткани. Я прибавила на швы. Вот у нас полочка. Вот у нас спиночка. Здесь будет подгибаться и будет застежка. Поэтому надо прибавить сантиметра полтора-два. Значит, что мы делаем? Соединяем плечевые и отглаживаем в разутюжку в разные стороны. Точно так же я выкроила. Тонкий у меня батист. Ну, можно, конечно, и с основной ткани, если она натуральная, кроить второй слой. Точно так же выкроила и также соединяем плечевые и разглаживаем в разутюжку. Так, плечевые соединили, отгладили. На лицевую сторону накладываем нашу подкладочку. Лицевая с лицевой. Совмещаем все срезы. Скалываем по подборту или наживляем горловинка полностью и второй подборт. Также пройма одна, пройма другая. Скалываем или сметываем. И прострачиваем по всем нашим скалываниям, наживушкам. Подборт, горловина, подборт. И также пройма и вторая пройма. Прострачиваем, соединяем верхнюю и нижнюю часть нашего лифа. Так, сострочили и делаем надсечечки по всем закруглениям, и по пройме, и по горловинке. Ну, примерно вот в круговую по сантиметру, чуть больше. Отрезаем вот эти уголочки, лишнюю ткань. Так, теперь выворачиваем вот таким образом. Раскрываем. И вот пальчиком сюда. Хоть плечо у нас маленькое, но это все возможно. Достаем. Вот у нас полочка. Достаем спинку через плечо. Оба-на, одним движением. Руки. Также поступаем со второй стороной. И наш лиф обработан. И горловинка, и подборта, и пройма. Теперь все вот так расправляем. И идем на утюг, отутюживаем. Так можно шить и обрабатывать не только. Вот как я шью для маленькой девочки, разницы нету. И взрослые изделия так можно делать. Единственное, будет, разумеется, у вас выточка. Допустим, или с плеча, или там с проймы. Вы обработаете выточку отдельно, разумеется, на основной ткани, обработаете выточку на подкладке и потом точно так же сошьете. Ничего сложного. Все, идем на ВТО. Вот так у нас получилось. Вот изнаночка. Все обработано аккуратненько. Все хорошо. Что делаем теперь? Складываем лицевая с лицевой и соединяем боковые швы.
совмещая вот эти шовчики. Также и с другой стороны сшиваем. Боковые сшили и разгладили их в разутюжечку. Вот эти швы по пройме, которые, тоже в разутюжечку. И вот так все аккуратненько получается. Ну, не беда, если когда-то там на миллиметрик выглянет подкладочка. Можно отстрочить, чтобы она не выглядывала. Я не буду отстрочивать. Так, теперь занимаемся юбочкой. Так как спинку и полочку мы кроили одинаковыми, значит, и юбочка будет у нас передняя и задняя часть одинаковые. Вот наша выкроечка, центр, наложила к центру. Здесь ткань сложена в 4 раза. Так, ну вот прибавила по талии здесь 8 сантиметров. Прибавляю на швы и вырезаю. Вот такая у нас получилась юбочка. Ну и теперь стачиваем боковые, обрабатываем низ, подгибаем и просто отстрачиваем. И присобираем вверх. До величины лифа присобираем. Здесь у нас будет маленький запах. Вот так присобираем и будем пришивать. Так, юбочку сшили, вывернули наизнанку. Вовнутрь вложили верхнюю часть платья, лицевая с лицевой, совместили боковые и скалываем булавочками, распределяя складочки при сборочку равномерно. Лиф и верхняя и нижняя ткань прострочили по талии вспомогательной строчкой, чтобы ткань не распадалась. Так, вот у нас, значит, полочка. На полочке у нас всегда идет справа налево, вот таким образом застежка, а на спиночке наоборот, слева направо. Вот так вот сантиметрик сверху. Булавочками скололи и сшиваем на машинке. Все, платьице наше готово полностью. Шьется легко и покрой простой. Ну и самое главное, показала вам обработку лифа вторым слоем ткани. Значит, здесь просто пуговичка на воздушной петле. Так, есть у меня еще вот такие вот красивые пуговички, которые можно использовать как декор. И я решила сюда их пришить. Тем более они вот по форме ромашки. Внизу же у нас ромашечки. Здесь вот такие отверстия. Здесь, здесь. Но это надо будет разметить хорошо, чтобы не ошибиться. И вот так вот сделаю.
Так, ну и решила показать поближе все-таки выкройку. 4 сантиметра, 8,5, пройма 14, здесь 14. Получается 14 и 14, 28. 28 плюс 28, 56. Это платится на обхват груди 50 сантиметров. На свободу получается 6 сантиметров. Длина 32, внизу ширина 17. Так что у кого девочка годик, чуть больше, чуть меньше, потому что все девочки, как говорится, разные. Вот такое видео. Надеюсь, оно вам пригодится. До свидания. Всего доброго.